Традиционно черное золото добывается с применением таких методов, как гидравлический разрыв пласта или вторичное вскрытие скважин. Однако они не всегда могут быть эффективны из-за высокой вязкости нефти или небольших месторождений с низкой проницаемостью породы. Разработка ученых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ позволит равномернее распределять тепло в скважине, что значительно облегчит добычу горючей жидкости. Исследования длились около 1,5 лет, то есть это были разработки от колб в свободном объеме, то есть просто смешивали, смотрели различные эффекты по температуре, по давлению, как это все происходит. Потом мы уже переносили на условия, которые подобны пласту, то есть на моделях, которые нам предоставляли заказчики. То есть керновые модели, мы моделировали условия вот в подобных кернодержателях, то есть с моделями пласта, с живой нефтью, по снижению вязкости, по моделированию возможных эффектов по давлению, по температуре. И путем этого мы показали, что некоторые составы, которые действительно являются новыми, разработанными нами в КФУ, и проявляют эффективность, которую можно применять в промысловых условиях уже. Ученые научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи первыми изучили инициирование новых термогазохимических составов на керновых нефтенасыщенных моделях в ходе проведения фильтрационных экспериментов. В исследовании показано, при каких условиях, концентрациях реагентов, способах закачки достигается высокий тепловой эффект при распространении теплового фронта. В ходе исследований ученые показали и доказали, что разработанные высококонцентрированные бинарные составы способны выделять большее количество газа и тепла в процессе термогазохимической реакции. Этот метод основан на введении термосолестойкого поверхностно-активного вещества, которое помогает перераспределять потоки среагировавшего состава в менее проницаемые участки пласта за счет интенсивного пенообразования, что приводит к изменению физико-химических свойств нефти и снижению ее вязкости. Это возможность получить больше нефти с уже существующих месторождений и повысить их эффективность. Почему испытываю данную технологию? Потому что она по экономической эффективности превосходит другие третичные методы увеличения задачи, как паротепловые обработки, то есть закачка пара обычно имеет энергозатратное очень оборудование и, соответственно, уважение, то есть а закачка химических составов, они имеют дешевые компоненты и, в принципе, при их смеси в зоне пласта, если они среагируют, то они также могут достичь высоких температур, в принципе, что нам и требуется. Усовершенствованная система термохимического воздействия для разработки нефтяных месторождений позволит равномернее распределять тепло в скважине и тем самым повысить эффективность термохимической обработки призабойных зон скважин. В ближайшей перспективе исследователи планируют добиться высокого термобарического эффекта в пористой среде. Ученые используют инициаторы замедленного действия для запуска бинарного состава. Кристина Тёкина, Николай Суховский, Универ Новости.